чокнутая. Ладно, мне это, на работу пора, в театр. Но подожди, у меня же так тоже такой мужчина, ну постой! Так, начинаем репетицию. Да черт побери, где Анастасия? Так, я тебя в свою юбку и тащи свою задницу сюда. Можешь шевелить, плотва? Когда-то давно я полюбил прекрасный мир. Мы были счастливы вместе, но однажды... Так это хозяин театра, возлюбленный моей сестры? Как посмела ты, седьмая принцесса Небесной Империи, совершить такой поступок подобно твоей сестре? Но, отец, но я ведь только хотела помочь ей. С каких это пор помощь сестре, это смотреть, как парни переодеваются в девушек и пристают друг к другу? Отец, это высокий. Теперь